Привет, дорогой любитель искусственного интеллекта! Представь себе рабочее место, где скучные рутинные задачи, которые обычно занимают часы твоего времени, теперь выполняются умными агентами, а тебе остается время для творчества, планирования и внедрения идей. Звучит круто, правда? Microsoft только что воплотила эту мечту в реальность, представив волну революционных разработок в области ИИ, которые способны перевернуть наше понимание работы. Давай разберемся подробнее. Последние новости от Microsoft это не просто очередное обновление, это настоящая революция. Здесь речь идет не о простых инструментах ИИ из прошлого, а об автономных агентах, которые могут действовать самостоятельно, решать проблемы и давать результаты, не требуя твоего постоянного участия. Они берут на себя рутинные задачи, будь то обработка возвратов клиентов или оптимизация цепочек поставок, освобождая тебя для более серьезных вызовов, где ты можешь проявить свое мастерство и креативность. Но в чем главный прорыв? Все дело в свободе и гибкости, которые Microsoft дает своим пользователям. Теперь компании могут выбирать из более чем 1800 моделей ИИ в каталоге Azure, настраивать их под свои нужды или даже создавать собственные инструменты. Больше никакой зависимости от одной системы. Представь, что ты можешь настолько точно настроить модель ИИ, что она идеально подходит для твоих задач. Это же просто мощь, согласись. Давай посмотрим на конкретные примеры. Вот, например, HR-агент. Подумай, сколько времени уходит у отделов кадров на ответы на одни и те же вопросы или на выполнение простых задач. Этот агент может взять все это на себя. Объяснить рабочие политики, помочь с запросами на отпуск или разобраться с зарплатой. Это как постоянный помощник, который работает без ошибок и перерывов. А как тебе агент-помощник для встреч? Мы все знаем, как легко потерять важные моменты в долгих обсуждениях. Этот агент Делает заметки в реальном времени, подводит итоги дискуссий и помогает всем участникам быть на одной волне. Больше не нужно пересматривать длинные записи. Если ты руководишь проектами, тебе точно понравится проектный агент. Представь, что ИИ создает планы, распределяет задачи, отслеживает прогресс и отправляет обновления, и все это без твоего вмешательства. Это не просто помощник, это лидер, который берет на себя управление. А вот мой любимчик, агент-переводчик. В мире, где границы между странами стираются, языковые барьеры могут замедлить работу. Но этот агент устраняет их, предлагая перевод в реальном времени на 9 языков во время встреч в Microsoft Teams. Причем он даже имитирует голоса участников, чтобы разговор звучал естественно. И это еще не все. Microsoft сделала создание собственных агентов невероятно простым, даже если у тебя нет технического опыта. Благодаря инструментам с низким уровнем кода в Microsoft 365 Copilot ты можешь создать решение, идеально подходящее для твоих задач. Если у тебя есть технические навыки, новый Agent SDK открывает еще больше возможностей. Например, создание мультиканальных агентов, которые легко интегрируются с другими платформами. Все эти возможности базируются на Azure AI Foundry платформе Microsoft, созданной для упрощения разработки и e. раньше переключение между моделями было настоящей головной болью, но теперь все проще Azure AI Foundry позволяет комбинировать модели от OpenAI, Meta, Mistral и других. Это дает тебе гибкость. Ты можешь использовать проверенные модели, но при этом экспериментировать с новыми решениями. Давай перейдем к примерам из жизни. McKinsey and Company вместе с Microsoft создали агента для адаптации новых сотрудников, который сократил время выполнения процессов на 90%. Это не просто экономия времени. Это полное преобразование рабочего процесса. Или возьмем Thomson Reuters. Они разработали агента для юридических проверок, который благодаря интеграции с их ИИ-инструментом co Council сократил количество этапов более чем на 50%. Это не мелочи, а настоящие скачки в эффективности. Теперь подумай, как такие инструменты могут изменить другие отрасли. Например, в розничной торговле агент может в реальном времени анализировать отзывы клиентов, корректировать запасы и улучшать рекомендации. В здравоохранении агент может ускорять регистрацию пациентов, предоставлять переводы во время консультаций и следить за запасами оборудования. А в образовании такие агенты могли бы помочь учителям, автоматизируя проверку работ, создавая планы уроков и поддерживая индивидуальные учебные программы для учеников. Microsoft не остановилась на софте, они также представили инновационное оборудование, которое способно встряхнуть рынок. Новый микропроцессор безопасности защищает данные такие как... Ключи шифрования, а их модуль обработки данных, DPU, оптимизирует передачу данных в сетях. Это стратегический вызов таким конкурентам, как Nvidia, в области эффективности и производительности. Но самое главное в подходе Microsoft это то, что они делают технологии доступными и интуитивно понятными. Они хотят чтобы сложные процессы оставались там за кулисами, а для тебя все выглядело просто и удобно. Вот, например, раньше инструменты разговорного ИИ были ограничены, данные хранились в разных местах, и извлечь из них пользу было сложно. А теперь, благодаря интегрированным агентам Microsoft, ты можешь мгновенно получать информацию из разных источников, не теряя времени. И это еще не конец. Microsoft активно инвестирует... В качественные данные для обучения своих моделей. Например, недавнее сотрудничество с HarperCollins дало им доступ к выборочным научно-популярным книгам для тренировки моделей. Это прозрачный и этичный подход. Конечно, не все согласны с таким смелым видением. Некоторые конкуренты критикуют их, но Microsoft показывает, что они не просто идут в ногу со временем, они задают тренды. А что это значит для тебя? Это будущее, где технологии – это не просто инструмент, а помощник, который раскрывает твой потенциал и освобождает тебя для действительно важных дел. Как ты думаешь, как такие агенты могут изменить Твою сферу, какие проблемы они могли бы решить? Делись своими мыслями в комментариях. Если тебе понравился этот взгляд в будущее, и ставь лайк, и подписывайся, чтобы не пропустить новые видео. Понравилось видео? Тогда подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы быть в курсе новых выпусков. Увидимся в следующий раз. Оставайся настоящим.